Ладно, что там, как дела? Да ничего, завтра выезжаем к вам. А куда именно? Слушай, пока до Валуйка, там без понятия дальше куда. Валуйка, да? Валуйка, говорят, там какой-то охуевший, блядь, палаточный городок, нахуй. Да там бардак такой же, все на светло, просто это, блядь, снегопад лишь требует, чтобы, блядь, всех вернул туда. Блядь, Мурманск, пацаны, прикомандированы, они с Мурманска, ну, от питерской бригады, блядь. Ага. Месяц у нас были прикомандированы, уехали на 19 суток в отпуск. Прикинь, блядь, без проблем, все ходит, блядь, их проверяют и все, блядь. То есть не забывают, нахуй. Но нас просто хуй положили, блядь. Да я не понимаю, почему вас в отпуск не пускают. Да это вообще гемор, нахуй. Ни зарплата, ни отпуска, ни хуй, блядь. Кстати, вам еще и бабки не приходят? Не. Сказали, в феврале только перерасчет будет. Я же говорю, я даже не знаю, сколько у меня зарплата, нахуй. Я тут за бесплатно сижу, нахуй. Да многие, видишь, ну, кто туда ездил, кто трясет, и кто там по болезни, кто как. Они по максимуму делают все, чтобы, короче, ну, все, нахуй. Или непригодно им быть, или не ехать обратно. Ну, это понятно, что, ну, какой здравый человек, вот, блядь, к нам такое конченое отношение здесь, что я в ахуе просто, блядь. У нашего командира пожёстник спиздили, блядь. Сейчас я в ахуе, блядь. Скоро, блядь, с вещами будем везде ходить.